окно занесло. Ой, это второй этаж. Господи, и там несет, несет и несет. Лампочки, видите, с какой скоростью снег. Да куда же дело годится? Завтра утром не откопаемся, лопаты все убрали. Ой, ой-ой. Утро следующего дня. Ничего не видно ни в окно. Там по метру сугробов намело. Это жуть какая-то. Такого не было даже зимой. Таких сугробов не было даже зимой. Жуть. Дорогие зрители, я с таким коллапсом встретилась первый раз. Чтобы когда растаял полностью снег, полностью уже все начинает зеленеть, и вдруг вот на второй день, вчера был снег, на второй день, сегодня мы просыпаемся, мы практически не можем выйти из дома. Навалило столько снега, просто страшное дело. Вот. Я сняла некоторые видео, но пришлось убрать звук, потому что страшный был ветер, шел снег, он всю ночь валил. Такие сугробы, я первый раз с таким встречаюсь. У нас зимой даже в эту зиму столько снега не было. Мы собаку еле-еле откопали. Занесло полностью вольер. Он лежал сверху на сугробе. Почему-то в домик свой не заходил. То ли боялся, что он там задохнется. Вот представьте, что творится. С окон все текло. Все замерзло. Собственно, мороз-то не больно большой. Там минус 1 градус. Но вот это все наляпалось. Все сырое. Снег тяжелый, сырой. Лопата не берет. Собственно, мы уже и лопаты-то все убрали зимние. Маленько добраться до них не могли. Их тоже занесло там за бани. Кое-какую лопаточку взяли. Это вот у нас тут бочка, она вся обледенела. Розы все тоже занесло. Площадку все занесло. Пытались вот пройти. Там по колено не пролезешь нигде. Это что-то страшное. Вот сейчас мы подойдем там. Как раз около заборчика, это вот предполагаемая вишня. Ой, что с ней будет, неизвестно. В теплицу зайти невозможно. Все завалено. Вот это просто жуть. Проснулись, света нет, воды, соответственно, нет. То есть электричества нет, а у нас подается вода, и воды тоже нет. В общем, страшное дело. Представляете, как все это выглядит? Какими-то неровными такими сугробами, потому что ветрище жуткий, северный ветер, столько снега вот тут навалило, это что-то невероятное. Но он вчера шел, но я не думала, что за ночь столько будет. Ну там снег, вот по прогнозу, там 4 снежинки, это что-то жуткое. Звук убрала вот настоящее видео, потому что там шум один от этого ветра стоит. Вот продолжает идти снег. Это вот тут у меня черноплодная рябина вся завалена. Уже тоже все почечки, тоже листочки начинали распускаться. Нигде не пройдешь. Кое-как вот тут вот пролазим, кое-где что-то расталкиваем. Вот. Я с таким столкнулась первый раз в жизни. Видите, что метет? Вот видно вот по забору. Просто вот на белом фоне плохо видно, а вот на темном видно, что все продолжает. Туйки все зеленые, машины не ходят, все, в общем, все стоит полностью. Вот вам коллапс, коллапс и катаклизм в одном лице, и катастрофа тоже, такая вот катастрофа. Вот что там может в городе, не знаю. Ну, наверное, это все вот в связи с коронавирусом, а вы как думаете? Чтобы люди на шашлык не ринулись. Жуть, представляете, что с окнами творилось? Ой, вообще все налиц, все заледенело, что-то страшное. Все везде, со всех сторон. Вот. Таким вот образом все это выглядит. Вот тут вот раскапывали мы немножко тропинку, чтобы поставить вот метку. Потому что если пойдет трактор, он всю плитку сдерет.
приходится вот так ограничивать. Видите, сколько снега. Вот. Народ вышел, начал с утра немножко откапываться некоторые дома. А снег, ветер метет. Ну, вот я просто убрала этот звук, потому что невозможно слышать. Там такой рев идет. Вот микрофон. Вообще шум. Интересно, автомашину практически не занесло. То вот занесло с этой стороны, нет. Какими-то неровными этими. Все это вот. Зачем вот я это сняла? Ну, наверное, для того, чтобы осталось немножко что-то в истории. Для себя, в общем-то, сняла. Ну, и решила с вами поделиться. Потому что раньше смотришь, вот там занесло по телевидению. А когда с этим сталкиваешься сам, вот, а к вечеру потом снег начал падать с крыш, и эти сугробы нападали в уровень с окнами и еще выше, представляете? Ну, вот эти кадры, вот фотографии оставила. Ой, сегодня как бы вербное воскресенье, надо было бы всех с утра поздравить, а у нас электричества нет, телефоны все разрядились, оставили так на экстренный случай. А я же вчера перепутала все и всех поздравила вчера, поэтому, как говорится, ничего просто так не случается. Вот, смешно и не смешно. Ну вот, песик наш сидит там в вольерчике, грустный-грустный, мокрый весь. Ой. Такая вот катастрофа, катастрофа. Ну ничего, к вечеру уже нам электричество дали, все немножечко наладилось, как-то вода, отопление, его тоже не было, потому что у нас от котла мы отапливаемся. Кроме газа у нас не было ничего. А вот этот кадр прислали нам из города, это вот рядом с нашей квартирой городской, вот так вот дерево. Представляете, что? Бабахнулось, как оно спилено оказалось, там вообще ничего не понятно. Вот крыша провалилась, эта собака у меня тут ворчит. Это он так храпит. Ой, вот так вот с утра. Ну все, спасибо вам за просмотр, что были со мной. Всего вам доброго, всего светлого, хорошей вам погоды. С праздником, дорогие друзья!